Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы представить вам гитару для самых маленьких наших покупателей. Это уменьшенная гитара Fly C100. Fly C100 1/2. Гитары бывают разных размеров. Бывают гитары 1/4. Соответственно, она в 4 раза меньше, чем обычная полноразмерная классическая гитара. Мы сейчас говорим о классических гитарах. Бывают гитары 1/2, вот как вот эта. Такие гитары рассчитаны на возраст примерно 4-8 лет. Затем бывает размер гитары 3/4. Эти гитары рассчитаны на детей от 8 до 12 лет где-то. Также изредка попадаются гитары 7/8. В принципе, их можно брать в какой-то тоже переходный период, там в районе 12, может, 15 лет. Вот. Затем идут уже полноразмерные гитары. Таким образом, если вы собираетесь отдать своего маленького ребенка в музыкальную школу, ему будет просто очень сложно играть на гитаре с большим грифом, ему будет сложно широко расставлять пальцы и зажимать струны, потому что руки еще слабые. Поэтому в таких случаях, когда ребенок еще маленький, конечно же, педагоги всегда рекомендуют брать уменьшенную гитару. Вот. Давайте послушаем, как она звучит. Thank you.